Принес я книгу поутру в библиотеку, чуть позже срока, но стихи не ипотека. А мне сказали, вы, господ, зело приязен, но опозорим вас сейчас, и ждет вас казнь. Живем в Словении, но тем не менее всегда чего-то не хватает, к сожалению. То посаила не подоспела, то пандемия накрыла дело. С цветами в школу мы пришли к разредничарке, она нам рекла, мы не рабим о подарке. Подарок вредный ваш, ну что же с вас возьмешь? И вонь такая, говорит, от ваших рож. Живем в Словении, но тем не менее всегда чего-то не хватает, к сожалению. То посаила не подоспела, то пандемия накрыла дело. На 1000 евро тут меня заворовали, под это дело ведь еще и обозвали. Эпитет был подобран мне изъемно точно. Вы, дорогой господ, потрошник конченый. Живем в Словении, но тем не менее всегда чего-то не хватает, к сожалению. То посаила не подоспела, то пандемия накрыла дело. Мужик пришел ко мне с утра и вынул пипу, пугал, что хищник, что пришел на обыск типа. Я потный лист свой достал из жепа, хотя хотелось дать просто в репу. Живем в Словении, но тем не менее всегда чего-то не хватает, к сожалению. То посаила не подоспела, то пандемия накрыла тело. Живем в Словении, но тем не менее всегда чего-то не хватает, к сожалению. То перспективы не видно что-то, то нету сил найти управу на енота.